чтобы солнечные электростанции такой нахуй замутить. Дай мне, я замучу. Вот себя тут. Ну, поставь, чё? А чё там есть у тебя в запасе? Кто там этих, как его называть, блин? А ты как строишь? Я через рецепт. Да, я себе вон те, вон, видишь, модель сделал, базовую. И по ней хуярил. Может, в принципе, тоже так же сделать. Ты пиздишь. Ты пиздишь, что у тебя тут нет учета, да? Выкладай. Что такое дерево? Мерзкое дерево. Именно. Срубим. Все, давайте, идите, выкладывайте. Что-то либо слишком далеко, либо что за хуйня, не знаю. Не хотят они тащить сюда. Не знаю, может, не в радиусе действительно. План. Идем. Давайте возьмем вот так, вот так, вот так. Что тут еще можно взять-то? Тут может быть только один, понял? Лень, тут шестеренки таскают даже сюда. Зачем? Не знаю. Я сам в шоке. Долбоёб, что ли? Или где? Пластмасс опять что-то упало. А там, наверное, опять нефть. Чё, удивишь ты, конечно. Этот блядский сундук запросов, там так нужен. Всем, блядь! Давай, нахуй. Тебе хватит. Где ты, блядь? Главное, ресурсы ебашат. Это норм. Хоть что-то радует. Это вообще пиздец было. Так, я принес немного ресурсиков. Сейчас, ну-ка, закидаю в сундук. Где сундук? Ну, теперь тебе не хватает, блин. Так, а где еще были? Вот, вот. Вот. И. А вот они. Ну и норм. Блять, чё? Хуй построишь, блять. Блять, а как так? Я не секу, что не ставится на никого. Это хуйня мешает, что ли? Брать она. Я прям стою в генераторах, тут током ебашит. Мне похуй, я в танке. Вот, полетели брать. Я в сундук натаскал. Блять, не выставил. Цени, блять, вообще жизнь. Ебать. Таскают. Вот это пиздец. Блять, реально по нам строить вообще пиздец.
Я просто не знаю. Ну, кстати. Все. Ночь, ночь наступает. Ночь наступает. Пошел расход. Мега джоули, ебать. А че они не тащат? Нету вот этих, что ли? Да, вот этих, походу, нету. Подстанции. Я могу скинуть сейчас сундук, ну-ка. Ну, тут же есть. Одна. Я 4 скинул, ну-ка. Тащите. Мазафаки. Оп. А, да, у меня же здесь не учтено. Оп, оп, оп. Ставят. Поставить надо. Оп. Оп. Блять, ставься. А здесь есть. А здесь не поставилось, там где нужнее всего. Чтобы замкнуть, короче, вот в этот. Еще одна есть еще? Нет. Сделать надо. Я все скинул. Ничего не сделаем. Не должны быть ресурсы. Давай, делай СК. Блин, все светится аж. От зарядки. О, пошла заезжаться, день наступил. Ну ничего, плохо так выживаем с электричеством. Давайте долго будет делаться, блин. Надо по одному делать. А тебе не долго делается, сука. Да-да. А не из-за красных чисто. Чипов. Надо скинуть мне эти пульты нахуй не сдались бы. Где не осталось, чтобы был. Загрязнение уже хуярит. А мы в танке. И нам насрать. Не работает, блять, нихуя моя гиперхуйня. А все почему? С одной стороны хуеты какой-то мелкий. Это непорядок. Надо еще один сделать. А, нет, да? Тут дрон станции понатаскали уже. Неплохо. 43. Как трансформаторы ставь на этот, блядь. Ты усилил там котлы? Котлы какие? А, не. Я там воду подвел. Надо бы тоже этим заняться, усилить котлы. Угленного, углевого монстра усилить. А чё тут нет сама? Гигаджоуль, блять, тебе всрачало. Не понял. Ой, я сделал дрон разрушения. Надо пойти потестить его. Где мой танк? Все равно тебе не достраиваться опять несколько панелек. Или ты все достроил? Не, у меня все должно быть быстро. А что ты показываешь? А, это у меня, наверное. Но фонарики точно не мои. А, фонариков нету. Точно, надо фонарики кинуть. Сейчас сделаю. Я с фонарями еще все это делаю. Все это дело мучу. Так, а я свой танк опять потерял. Блять. Где его припарковал? А куда ты поедешь тестить? Может, я с тобой? Да, я не знаю, на первый попавшийся этот. Только надо танк найти. А, он не со мной? А я его, по-моему, забирал. Да, вот он. Все, сюда. Так, сейчас фонарики сделаю.
и положишь сюда. Идите, ставьте. Шелихины дети. Все, оно. Ну-ка, накопилось электричество, да. 1,4. А что, не делаются больше эти? Кто? Пластины, солнечные панели. Делаются там их до хрена. Просто они сюда почему-то не летят. Посмотрите. Чё она не достраивает-то, нет? Вот сиди, ну. 20... А, ну-ка, подожди-ка, я, кажется, понял. Бля, у нас этих солнечных панелей идет больше, чем... А я понял, почему они сюда не летят. Тут одной этой не хватает. Дрон-станции, чтобы соединить основную базу. Поставим сейчас вопрос. У тебя есть с собой? Да. Сейчас поставим. Ладно, я тоже так возьму. Так. Надо по центру где-то ее там поставить. Они что, на зеленые не носят, что ли? Ну там, походу, все равно не хватает. Вот как. А они построили, блять, как ты ёпта. Нет, не в этом дело, мне кажется. В этом, сейчас, смотри. Поставь. Сейчас мы... А, не, вот тут. Ну, в принципе, вот это поставим. Написано, не хватает 36 панелей, блять, ёпта. Вот так вот. Где вообще? А, вон там. Я думал, тут не хватает. Так, медных нет. А на самом деле заебись, смотри, короче, у нас днем панели вырабатывали, короче, больше, чем эти, короче. Да. Получается, что типа днем у нас типа расход меньше становится и меньше ресурсов тратится. Хоть какое-то снижение расхода ресурсов. Ну, уголь поменьше будем жечь. Не говорите. Там меньше угля расход будет. Хотя его и так много. Ну, хочется автономно, чтобы все было. А, так, ну что, ну они носят? Здесь их банально нет, написано. Не знаю, носят или не носят. А, еще вот тут надо соединить. Где-то. Блять, поезд. Тут дохуя, короче, чувак, но они не носят. Давай я сюда поставлю сейчас еще одну. Еще не... А, о, понесли, короче, понесли. Залетела такая толпа. По-моему, они просто некогда им было. Ну, нет, я вот сюда поставил одну эту самую. По центру. Они, походу, просто тупо не соединены были там с какими-то, с какой-то дрон-станцией. Вот, я вижу, они несут. Несут, Вася! Сейчас сюда. Потому что им тут тупо не хватало, наверное, этого самого электричества долететь как-то. Вот, тебе должны нормально таскать. Они вообще в другую сторону полетели, блядь, не туда, куда я думал. Реально, они мимо. Они понесли, короче, ремкомплект. А, вот они летят, которые твои, чувак. Ой, все ставят. Так, у меня тут еще с собой панели, я взял. А че не сразу прячется, хорошо. Ну, типа, все хорош, больше нет у них приказов. Нет. Есть! Есть приказы! Сейчас будут приказы еще. Вон, тащит. Не хватало тупо одной ядерной станции по центру, чтобы соединить вот эти. Вот эту хуйню только надо убрать. Там покуратишь, малей. Одна пушка обстреливает врага. Где какая пушка обстреливает? Не вижу. Вот они. Жух. Намотаны, блядь. А вот этой хуйни нету у нас. Под станцией. У меня есть. Оп. Чё так мало, Вася?
Вот это я понимаю, да? Массовое строительство. О, пошел заряд. 78 что-то скакнуло. Мы как заезжались, походу. Последний не принесли, я 4 выложил. Может, они еще куда потащили? Они просто не успевают везде, короче. Надо тот растащить транспортники всякие там. У них какая-то очередь, наверное, присутствует. Ну там их там бесхозных лазит, тьма. Ну, вообще, да, вот здесь сидят, вообще ничего не делают, суки. Ну-ка, если я запрос какой-нибудь сделаю на что-нибудь хитрое, дайте мне, например. Ничего мне дайте. На носеньких у нас стоит? Должно, по-моему. Не стоит. Мне сносится, но они не приносятся, ничего не приносят. Не, я имею в виду синие конвейеры. А, синие конвейеры. О, полетели. Опа! Так, отойди, затянем, опа, стойте. Да, леви-леви. Вот так, спасибо. Ну, я смотрю, как они строят. Сейчас тут лесок мне не нравится. Такого напора даже не выдержал. А у тебя патрон нигде не строится для дробовика этого? Не, я все делаю. Но они редко, они мало расходуются. Там, в принципе, балки, да, медные пластины. Да. Поля электростанции. Там поезд носится. Жесть вообще. Можно бесконечно строить. Как хватает ресурсов. Где столб? Дайте мне столб посмотреть. 1.9, чувак. Гигаджоуля зарядилась. Я думаю, это надолго хватит нам. Блин, вообще где-то 1/3, даже меньше. 1/4 так у нас расходуется из того, что получается электроэнергии. Ебать, у нас эти 45, блин, ебашит, короче. Еще чуть-чуть поставить, и мы будем днем чисто на солнечном энергии, короче. Нас будут останавливаться, да, полностью эти паровые движки. Можно, кстати, еще поставить. Не есть возможность. Так, ну ночь пошла разрядка. Или нет? А чё это не несут больше? Чё они? Страх потеряли. Кончились, что ли? Или полетели на дальняк? Черт их знает. Стой, вот даже не кончается. 1.9 все еще стоит. Хотя уже он свет включился, ночь началась. Их настолько дохуя хватает, что он даже не тратится теперь. Да, главное, блядь, в количестве, короче. Опа! Пошло мазута. Сколько? 1.8, но выдержит ночь. Стали, 1.7. 1.6. Стальных пластин, пожалуйста, пару сотен можно. Кстати, поставлю сундук. На стали там у меня сундучок. Да, ебать, тут массивная хуйня.
Тебе бы еще фонарики поставить, как у меня. Поставь, чем проблема. Тут долго. У меня на фонарике нету, блядь. Просто у тебя прям черными подсвечивается каждое это. Облагородь. Хранение. Окей. Ну и чё, 1,5. 61. 62, 63 ебашит. Походу дела хватило, чувак. Сейчас день начнется уже. Уже светает. Да? Все, да. День вообще, пошел. Вообще, по-моему, даже не отнялось, не? Было, в общем, 1,9, опустилось до 1,5, прикинь. Так что его вполне хватает. Ну, если только заводов настроить, там, не знаю, которые будут ебашить. У нас тут печки не все работали. Вон, медь, например. Стоит печка. Так, у меня есть разделитель. Чё он стоит-то? Чё-то не хватает плотных стальных балок. Все сундуки надо заменять. Не хватает Отос. Пластика. Так, пошел танк искать свой. Давай. Потом скажешь, куда поедешь, поедем вместе покурить. Видишь, его парковал. А, он у меня в этом, в инвентаре, все. Кстати, можно выдвигаться. А куда? Так, а мы сейчас посмотрим. Где у нас есть что? Блин, тут особо и некуда. Нужно вести будет. Вышки. Сейчас вниз езжу, посмотрю. Так. Заправимся. Вышки вести. Ну, можно направо сходить. Там все равно защищать. Еще дальше металл будет. Не, я хотел вниз, там, по-моему, внизу у нас были. Внизу много чего, не знаю. Я, наверное, пешком даже побегу без танка. Потому что я дерзкий сегодня. Ля, металл выработали мой. Внизу. Почти что. Скалана. О, можно вдоль этих самых проводов ехать, ну-ка. Которые мы не убирали в прошлый раз. А где ты? Вон внизу, видишь? Ищу тебя. О, внизу смотри по карте. А, вижу. Да. А, тут нужно еще немного потянуть. Возьми вышек, чувак, этих самых. Лазерных хрипов. Да. Ах, можно было заказать, в принципе. Сейчас притяну сюда. Полтинник. Тебе нужны вышки, нет? Да. Типа нет. Я тебе полтинник возьму. Скинуть. Электродвижки мне больше. Прикинь, мы тут одно яйцо даже не взяли ихнее. С прошлого раза. Вот это потеря! Вообще, потеря. Так, рисковать не буду. На Сим остановлюсь. Логи. Поеду на танке тоже. На нем-то быстрей! На войну ездить. Главное, может давить всякую парашу.
Ты за мной же летит чинилками. Ну что, ты хочешь починить меня? Мне два поезда в ряд стали с железом такие. Один загружается, второй ждет. Пускай. Пускай, да. Так, а я ремонтных не взял. А, мне есть 16 немножко. Только к сердцу никого не подпускай. Я себе два лазера поставил в броню. А чё так мало? Чё не 22? Посмотрим. А у тебя остались чипы, нет? Какие? Синьки 6 штук. Дай мне 10, это живой барон. Ой, блядь, какие-то пидоры стоят. Сейчас я в танк сложу их. В общем, в моем танке. Одинокие хуйланы какие-то. Видишь? Иду на таран! Там. Да, у меня не сделали сети, кстати, штуки. Не сделали? Какие? Которые вставить, на крышки ставим. А, большая. Одну можно сделать. Есть одна вот такая вот. Опа. Ебаш. Ты куда чушь? Нет. Ну, поставь чё. Я пока пошугаю. Все хорош. Ну-ка. Ля-ля, два лазера моих ебашат. Пил-пил-пил. Я даже не зайдил из батареи. Офигеть. Шара. Так, ну что, я хотел этих потестить-то. Дронов. Давай, пускай я посмотрю. Так, дай-ка, я все выложу сначала. Да, я тебя заболел, хорошо. Так, ну что, я поехал? Давай! Вот они. И что они делают? Гуляется, короче, смотри. Он лазерами ебашит. Ну это обыкновенно, а он тебе уничтожение, а да, каким-то синим лазером. Ебать, нихуя не дамажит. Да, кстати, вообще охуенная тема. Может тоже на потоках поставить. Ой, блять, мой танк расхуярили. Сильно влетел. Вообще прикольная тема, дополнительный ДПС такой. Так это я сделал, но это мне не хватит на аккумулятор. Возьмем два таких. А ты не поставил базу? Не. А у меня нет. А что, дронов не взял? А, не, есть. База есть, но дронов нету. Как не предусмотрительно себе повел. Может съездить. Езди за дронами. База-то и у меня есть, блядь. Дронов нет с чинилками. Чинилки есть, конечно. Дронов нету. Не, они не исчезают, долго держатся. В отличие от тех. Что значит электрозазорная защита делает? Но я не рискну. Может, пизды выхватить мне. Так, чинилки сейчас нацеплял. Так, а дронов тут что, нету, что ли? Бля, дронов нету, чувак. Зеленых. Поищи. Только на той станции есть. Нигде нету. Да вы чё, охуели? Сейчас нахуй разъебу стену. Не идите сюда. Сами. Вот они летят, родимые. Давайте. Опа, цепляй его. Улетает. Взорвались мои дроны. Нихуя, не работает электроразрядная защита, блядь. Да я знаю, я тоже пробовал читать, пиздец, ни о чем она. Параша какая-то, наебалова! Дрон наворую. Ну, летите, чините еще, чего? Ой, по-моему, я что-то сломал. Сломал? Почини! Восстанови!
А, не, мой манипулятор? Все чинит нормально. Сука, блять. Где еще? О. Ну я думаю, 16 нам хватит дронов. Что там все равно по одному вылетает. Чинит. Поехал. Воротайся назад. Воротайся. Да, вот этих военных дронов еще наделать бы. Это было прикольно. Дрон уничтожитель. Он делается слишком дорого. Тут определенного, блять, некуда тратить. Пиу-пиу-пиу, сука, пиу! Отчинился. Ну так чинил. А, да, кстати, 4. Приехать! Нате. Нате, выхватите. Где она? Поехали. Следующий заход. Да не поехали, а по коням! Ничего, пацаны, сейчас вы урвете. Неплохо так накоцали мне. Опа. 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 Даже не останавливайся. Прям в толпу влетел. Твоим одним выстрелом прошло. Забираем. Да чё такое? Тормози. Глупый, глупый. Дрон, чини меня. Его ещё набрали. Немного. Оп. Надо сначала убрать. Упанул. Ладно, сначала надо снять. Так быстрее. Сейчас мы сделаем. А я пасек. Этом с ним базу за рекой. Пиздец. Их там миллиарды! Ну-ка, пацаны, давайте. Отрабатывайте свои жизни. Че, вниз ездим? Пацанам, на свиданку. Будешь ставить или я? Так, а если пацаны есть? Есть, да я поставлю. У меня две. Что, не поставилось? Нет. А как еще знать, что у нас есть вот, хранилище? Никак. Остальные столбы лэп. И нам их делать надо. Если сюда подойду, не попалит мне? Все, ладно, хорош. Ночь. Так аккуратнее смотри, там они прям внизу, я прям около них поставил. Ночное видение включу, посмотрим, что оно стоит. Мне не видно ничего, я хочу, чтобы мне было все видно. Где мое ночное видение, суки? Блять, походу я выложил, но... Сука! Что за подстава? Ну так нужно мне. Самое пиздатое ночное видение — это фонарь. Пиздец. Успел. Не будь они секашут их. Ой, херанулся маленький. Надо дрон-станцию ставить. Пока не вынесли вышки.
Давайте, давайте, дроны, ебашьте. Че-то они какие-то опасные тут вообще, пиздец. Ты видел, сколько там? Да. Все зеленое, блять, не видно нихуя. Пару вышек вынесли собаки. Ты неправильно ставишь. Да, они просто напали сразу. Я еле успел поставить. Выше плотности огнять ему лучше. Не успеть нихуя сделать. Вот из такого они уже вряд ли что-то сделают. И все. Ну, можно начинать. Ну, вообще, включать, выключать. Начинаем. Чё за наркомания, блядь? Ау. Может, кнопка какая-нибудь есть? Ебать, тут две базы. Офигеть. Ебать их там. Вот сейчас, наверное, энергия у нас присядет. Такая растрата. Да днем вряд ли сейчас. Да, днем, в принципе, у нас, если она не башила мало. Ой-ой-ой, сейчас меня убьют. Чувак, можешь что-нибудь сделать, помочь? Давай. А меня дрон чинит. Но не сбивает. Меня убьют, блядь. Я не выжил. Выжил, чувак, дрон все-таки починил. Все, стою, чинюсь. А где у меня были патроны? Надо патроны поставить. Опа. Пулемет кончился. Я так себя ворвал, пулемет. Давай разворачивайся. Главное хорошо извернуться. Главное сдохнуть. Это уже пол победы. Пизда, блядь. Че ты живой? О, блядь, пизда, блядь. Загружай. Офигеть их там. Вообще просто блядь. Вот так вот ты еще делал. Так. Ты со всех сторон так и дал. Бабука кружила меня толстым слоем. Так, автосейв. Вот это, наверное, не знаю. Так, я загрузился. Жесть. Я не знаю, как их надо сдалее расстреливать, наверное. Да не знаю, то не то. Ну что, тут уже сдох. Когда она сохранила, интересно? Просто этих вышек просто до жопы. Просто до жопы. Да, там всего до жопы. Там столько до жопы. Отлично. Либо за вышки давали, что ли, это надо. Дает только за базу. Не, нормально, стою вроде. Да. Здесь тебя сожрут. Чего? А синхронизация? Ты подключен после десинхронизации русской карты. Блин. Ну, дубль 2. Опять что ли? Блин, опять какая-то... Надо пуль поставить. Ой, как-то... Нехорошо я заехал. Ой! Нет, сворачивай. Не в ту сторону. Надо этих стрелять. Уходим! Наступят времена почище. Кстати, это портальчик. Слабо. Может помочь себе. Два лазера что-то у меня стоят, а что-то не сильно они помогают.
Ой-ой-ой-ой-ой! Это заужаться, что ли, блядь? Да, походу. Ты, походу, не знаю. Как я поехал, что ли. Да-да-да. Не-не, я выживу, наверное. Надо мелкоту всю посрезать, что... Все, я выжил. Блин, перемололо. Там опасно. Лучше так вот покоробить, так вот боком заходить. Стреляй в кого-нибудь, попадешь по-любому. Ты застрял? Сейчас прикрою. Стреляй. Давай, немного прикрыл. Уезжаю. Уходи. Сломали бота. Аккуратней. Надеюсь, ремкомплектов у них хватит-то. 88 осталось. А, у меня еще полтинчик, если что. Сейчас доложу. Ну, так, сейчас пройдемся. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да, блять, меня сейчас зажрут! Да я по-большому не поехал, ты что? Меня зажрали, чего? Тебя убили? Да. Я бегу! Вообще заедет. Сгорает вообще просто за 3 секунды. Давай, ладно. Где сохранилось? О, нормально. Сам же сказал, что по-большому не надо. Давай, грузись. Не знаю, че это тебе. Я вообще-то подумал, что им пиздец, короче. Мы там вынесли им всю хуйню, короче. Я думаю, сейчас пройду, короче, добью их, короче. В этот раз не особо разобрали, надо не лишний. Так, дай-ка положу ремкомплектов. Еще. Нормально, думаю. Нам хватит. На эти две базы нам точно должно хватить. Так, поехал по маленькому кругу. На. По этому кругу я поехал и сдох. Есть. Минус база. Минус вторая. Готово. Аккуратней. Вижу. Все, базу снесли. Где дрон, все осталось. Все, снесли всю базу, чувак. Сейчас до этих добью. Сдохнем, мразота. Да, мясо положили. Че, теперь вот эту гопнем? Нифига их тут. Ой-ой-ой, че такое? Надо валить, валить. Не справляется игра. Тихо. Ты почему тормозят? Короче, да, да. Да, это база посложнее будет. Вот, и отвел, сейчас я заеду. Есть. Есть. Блин, сзади пиздит всех.
топлива-то хоть хватит, а то в последний момент сейчас вырубится. Как можно заехать на тот свет? Едем. Вводим хороводы. Сейчас заправлю. До припасов не тоже. Только чинится. Нате. Нате. Оно не исчезает, да? Кто? Ну это. Инопланетная поебень. Да нет, ведь не должна. Ну я тут проезжаю, собираю периодически. Блин, там бегут. Ай-яй-яй, ладно. Сдохнут, блин. Ебать, они там, блядь, прут, блядь. Мать их. Мать их. Задавлю. Почему ж вас так дохуя-то, а? Это пацаны опасные. Аккуратней, аккуратней. Ебать, ты едешь, блядь. Сейчас меня ёбнут. Все, все, все. Постой, чувак. Да понятно. Зато я там неплохо так бас посносил. За заход за этот. Нельзя заправить инопланетным? Да нельзя. Оно не горит. Потому что оно бесконечный. Если бы. Чё тут у нас есть-то? Страны подбирают. Выносим их. Чувак, у тебя есть патроны? У меня кончились снаряды, точнее. Крупный калибр. У меня 11 штук осталось. Танки бери. Ща, стой. Стольничек возьму. Все. Прикольно, даже не выходя. Рука так. Передал. Вот они, вот они. А, видите? Уже желтые. Не успел заехать. А че ты себе лазер не поставишь тоже? Да я поставил, дело. У меня там очередь не ебическая. Делается, короче. Может сделать когда-нибудь. А, кстати, я вот эти же две штуки сделал.
А он сразу по 5, прикинь, выпускает. Да. Ебать, такой сразу пошла. Дроны уничтожает. Ой, я пока заеду. И в домах тоже не особо. Ну, глянь, такие дроны, такие, плюс твой дамаг. Неплохо можно вносить, между прочим. Да, ну фиг дохуище, на халяву. Просто. А само оно. Самому делать им гемор долго. Надо чисто производство ставить. Вы базу почти вынесли. Один остался, все погибли. Блять. Ну да реально дохуище, да, как смысл, блядь. Гранат там сотку там вытаскать. Все, базу вынес. Ай-яй. Все, на вышке. Задавил вышки идти. А тебе вас, пацаны, надо покоцать. Ну чё, суча-то? Все? Ну все, да. Собираем. Надо починиться. То мало ли. Где моя ночное видение, блядь? Ну, кстати, получше видно становится, когда совсем темно. Да? Да, хотя бы видно, короче, что там, блядь, вообще. Его, конечно. Чиним, да. Чиним. По-моему, этого не стоит. Ну, а слот занимает. Я два лазера поставил, мне норм. Взорвался, самоликвидировался. Ну, это нормально от дронов, много разовых. Что они там, блядь. Ебашили в кашу. Так, я все тут собрал. Ну чё, хара или ещё? Да не, все хватит. 150. Ладно, сколько? 185. Всё, тут последнюю цепану. Опа! Само выключает, когда деревня ставит. Так, ну чё, по плану сноса? Ну, сбирай, поехали. А где я уже успел поломаться, не понял. Только починился. Бля, полетели на базу. Которые не влезли. Ну вот и все. Ну вот и все, ребят. Да. Неплохо мы их вынесли. Вышки пускай остаются, потом еще приедем сюда. Наказали. Кто еще будет нападать на нас? Едем, 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 далекие края. Медь. Ёшкина медь. Чуть-чуть железо. А я через лес по. Три маленьких железа куска. Секционный нить, может, нам получится. Ой, я тут нефть вижу, прямо вот она стоит. Да, надо добавить, кстати. Нефти много не бывает. Пускай даже по 0-1 выдает. За не, она сначала нормально выдает, но потом со временем не дает. Одиночные, кстати, такие скважины, они дохуя дают вообще. Так, на базу, на базу. Ну чё, он заступрился? А, там поезд. Оп, тут уже лак чинить. Мои дорогие, встречают меня. Всё. На выход. Неплохо съездили. Да. Надо сейчас загрузить.
Пойду эти чипы, чтобы делались, точнее, ускорялки. Загружу. Тык. Оп-оп-оп-оп. Жесть вообще. Почему оно забито, забилось до пяти? Значит, трубочку надо поставить. Не тут я, походу, поставил, блядь. Да. Стрела. Ой, сейчас мне даже забирать. Да, он с... Не щипка. Ля-ля-ля, летят. Толпа. А что не делается, что не хватает-то? Красных? А синих не хватает. Блин, тут обыкновенных модулей. Летят тут они. Все, надо срочно внести, правильно, блядь. Лень, со всех щелей. Лень, цени, чувак. Отдали карту. Все, это такого, блядь. Согрелись, короче. Халява, пацаны. Или реально со всех баз, походу, тело летят забрать. Пацаны, атас. Там надо вытащить из чемодана. Воруем. Они как китайцы, короче. Коллективный разум. И все, блядь, опустошили. Да-да-да, последний. Жескач. Вот, наверное, так и опять переключить будет. Транспортных много у нас уже. Чинильных поделок. Да и чинильных, выйдет тоже неплохо. Ну, все сносит к чемоданам. Ремкомплект, они уже все забиты. Чемоданы. Куча их. Можно еще наделать. Все запрос на медь. Нормально. Делается. Очень не хватает там корпусов. Блять, корпуса делаются, короче, тут тяжко, долго. А сам дрон такой раз. Нет смысла, ты добавил сюда модули скорости. Нет. Последний. Надо. 5. Но 5 продвинутых модулей эффективности еще. Для последней брони, прикинь. Да. Бля, для пушки по 50, офигеть. У меня есть 9 скорости. Хочешь дам? Нет, скорость не нужна, именно надо зелененькие эффективности. Надо здесь ставить еще один завод. Да. Проблема с красными и синими. А все из-за чего? Из-за... нефти. Да, извините. Люди идет, выйти нормально. А че не красные вышки? Я поставил. Два на два, два на два. Ага.
что там вообще не делается нихуя, да? Даже синенькие карточки, синенькие чипы не делаются. У тебя есть синенький, чувак? У меня одна. Блин. Ля, вот тут, чувак, не идут. А, им синих не хватает. Понятно. Блин, мне бы это... Процесс... Не, нефть долго набирается. Аккумулятором замутил бы. Ну-ка, если петрольный газ сейчас вот этот снимем. Поставлю на нефть смотреть. О, давай. Будет наполняться. Семьдесят один этот дроностанция. Столько не надо уже. Сейчас сделаем колбочки туда. Да, походу надо нефть этими карточками усиливать, чтобы она кончала. Кончала? Угу. По чуть-чуть я уж кончаю. Надо подвести, смотри, нефть вот внизу там одиночные есть, вот, три штучки, и четыре вот там, вот, и еще три вон там, вот эти три надо подвести. Надо это, пойти выставить вокруг них ланпасты, чтобы удобнее было поводить. Поставил резервуар, посмотреть, сколько нефти наберется. Там держится на 4,3 и все. 4,3. А там есть резервуар у меня внизу, кстати. Внизу. Можешь посмотреть. Тут, там нефтяные резервуары уже есть. Ну-ка. Я там с заводами. Пустые или полные? Так, а где заводы-то? Ну, правильно, ты идешь выше, поднимайся просто. Ну, там, где эти. Полные. Полные до краев? Да. Странно. 2,5. Ну, значит, надо или ставить подводку, чтобы она тебе отводилась наверх. Как-то она, по идее, должна отводиться, она сегодня не но. Да. Да я там хотел новый завод ставить, там слева завод стоит нерабочий. Ну, можно тут завод и ебашат, в принципе. Ну там третий я поставил еще слева. Надо было типа чтобы усилить. А, вот оно где. Где мой рецепт? Что-то улучшенное поставить. В смысле улучшенное? Переработку нефти. Она и так там стоит. Насколько я помню. Не стояла такая обыкновенная. Ну, улучшенное это просто газа больше. Меньше смазки. Если она как-то хреново медленно работает. Да это ничего не изменит. Надо или новые заводы ставить, или как-то, чтобы быстрее подходило. Скорее всего, посмотри свой верхний завод, на него мало подходит, короче, нефти банально. Он там долго забирается, она вообще набираться не должна, наверное, должна набираться, сразу делаться, короче. Посмотри давление сверху, короче. На свой завод. Может, к нему надо стоит подвести от этих баков? Ну, где, по идее, должно быть, видимо.
Ну вот, ну-ка, сейчас сюда еще вот так вот. Во, начал наполняться нефть. Ты что сделал? Да, тут поставил еще распределитель. Сейчас он ебашит. И сразу этот самый бак начал наполняться. Резервуар. 1.8. О, пошло вроде, ну-ка. Во. Ну, пластмасска все равно делается медленно. Почему? Газ. Да пластмасску там не только. Насколько я помню. Там посложнее все будет. Ну, газ, да, выходит медленно газ. У меня проблема. Сама нефть, это еще не значит, что газа будет много. С газом там вообще свои косяки. Ладно, сохраняем.